Всем привет! Всем привет! Привет! Сегодня у нас толпа. Очередное кулинарное видео. К нам приехали дети в гости. На пару дней погостить. И, короче, мы будем сегодня топить баню, купаться в бассейне, ну и готовить блюда новые. Про прошлое блюдо готовили мы тако. Тако. Тако по-мексикански. Вроде все нормально было, да? Единственный косяк то, что я тако называл, а не тако. Даже Маша сказала, стыдно за папу. Хотя ни разу не ела это блюдо, но как называется, знала. Вот, а сегодня мы будем готовить богрыч, венгерское блюдо. Венгерское? Опять же, неправильно сказал. Сейчас, подожди. Да. Он узнал про ударение. Да, главное, а то я его баграч называл. Короче, богрыч по-венгерски, богрыч гуляш по-венгерски. Ну, а там не знаю, как правильно, неправильно мы будем делать. Короче, поехали. Итак, для венгерского богрыча нам понадобится мясо говядины. Ну, вот так вот, не знаю, тут сколько в граммах. Потом тут спинка с ребрышками. Что за мясо, мы не поняли. Нашли в морозилке. Кто нам его подкидывает? То ли свинина, то ли баранина, то ли дичь вообще какая-то. Короче, свиное сало. Это для того, чтобы растопить его и был жирок. И копченый, как он называется? Рулька копченая. Вот такая вот. Вот, потом дальше идет у нас из овощей картошка, лук, сельдерей, две помидорки, перец красный, сладкий, перец зеленый, тоже сладкий. У нас большой закончился, остался маленький только. Морковка, два перца чили, четыре зубчика чеснока. Из приправ у нас паприка сладкая молотая и паприка копченая молотая. Для чепеток, они же галушки, там мы так поняли, или клёцки их называют, понадобится вот тесто, я забыла, сделала. Короче, что там? Мука и яйцо. Ну, да? Я немножко воды добавила. Ты что, нарушила технологии? Ну, он сухой. Ну, посмотрим, что получится. Короче, вот тесто такое сделано. Вообще, по идее, мука, яйцо. Ну, и забыла, воды добавила. То, что с ними делать, потом покажем. В колбаску раскатываешь и сыпаешь щипы. Ну и для подачи уже зелень, укроп и петрушка. Чуть-чуть вот нашли на огороде, уже ничего нету. А, ну и красное вино. Соль, перец по вкусу. Соль, перец по вкусу. Итак, поехали готовить. Готовим первый раз, как всегда. Приступайте. Зашли в интернет, там этих рецептов тоже куча, и каждый считает правильным. Поэтому мы отовсюду взяли по чуть-чуть. Лучше дальше не углубляться, потому что вообще не знаешь, как правильно готовить. Вот. Ну, короче, мы покажем, как мы сейчас приготовим и что у нас получится, посмотрим. Дегустаторов у нас сегодня много. Да. Мне тоже. Давай. Давай. Работаем. Для начала ставим казан греться. У нас вот крышечка новая появилась для печи. Чтобы вода туда не попадала. Пока казан греется, нарезаем сало. Делается, мы так поняли, масло подсолнечное, там сливочное вообще не добавляется. Все чисто на сале. И туда же нарезаем нашу копченую рульку. Рулька не обязательно, можно, мы так поняли, любое копченое мясо, чтобы с него тоже был сальце. Дай по кусочку мяса хотя бы. На. Каждый. На. Мурка, мяу. Первый пошел, второй пошел, третьему дайте. А ты работай. Вкусно. Мурка, главный дегустатор. А, опять же надо отчитаться, мы же ее не отравили. Живая.
От вредителей. Короче, отправляем сюда наше сало все. И мешаем, ждем, пока весь жирок у нас сало вытрется. Маша, к станку будешь мешать. Это эксплуатация детского труда. Она уже взрослая. Уже не детский. Да ладно, тоже выросла. Пока топится сало, нарезаем лук. Кубиками. Ты лук не лук. Сало топится. Можно нарезать мясо, пока сало топится. Написано размером с грецкий орех. Так, мясо готово, что резать еще? Что-то долго жирок вот так выехал. Масса. А? Масса. Что так долго? Вот у нас сколько жирка вытопилось. Когда жирок вытопился, добавляем сюда лук. Огонь убавили, а то что-то прям быстро все жарит. То медленно, то быстро, ты не угодишь. И мешаем все, пока лук не приготовит. В каком запахе? Ароматно, вкусно. Очень приятно. Ветерок нагоняет, да? У нас там соседи под забором должны стоять. Иди проверим. Еще один пришел. Одна. Сейчас огонь прибавим. Почему эти шкварки вытаскивать не надо, не знаем. Во многих рецептах мы так увидим. Хотя, может, кто-то их вытаскивает. Наверное, вот именно чтобы копченость вот эта придалась. Вообще, это блюдо пастухов. Мужское блюдо. Считается. Мы, значит, не учитываемся. Будете мужское блюдо есть. Когда лук у нас обжарился, добавляем чайную ложку паприки копченой. У нас тут как раз чайная ложка осталась. Я первый раз почувствовал, как паприка пахнет. Слышишь? И чайную ложку обычной паприки. И мешаем, чтобы у нас паприка не подгорела. Для бограча, мы так поняли, это основная приправа. Тут еще тмин добавляет. Ты тмин же не любишь? Я тмин не люблю. Тмин. Только какие-то травки добавляет там. Никогда не забыл, не понимали эту специю паприка. А сейчас какая чувствуется она, прям. Вкусно нам попадалось. Да нет, сейчас вот запах чувствуется прям. Помидорки. Это же перец. Ну, короче, когда у нас вот это все поджарилось вместе с паприкой, отправляем сюда мясо.
все это обжариваем вместе с луком нашим. Огонь опять убавили, чтобы не подгорело. Во многих рецептах тоже по-разному. Кто-то после лука добавляет морковку и сельдерей, а кто-то уже после мяса добавляет. Но мы думаем, если морковку с мясом тушить 2,5 часа, то она в кашу превратится. Поэтому, наверное, лучше все-таки морковку добавить после того, как мясо приготовится. В общем, мы решили так попробовать, не знаю, как правильно и что получится. Ждем, пока у нас мясо обжарится чуть-чуть. Вина нам надо будет 150 мл. Вовнутрь. Нет, это в блюдо. Остальное выпьем, что добро пропадает. Выветрится, да? Тем более праздник. Дети приехали. Можно сказать, лето заканчивается. Когда мясо поджарилось, добавляем воду. Забыли еще про один ингредиент, это вода. Все это солим. Перчим. Добавляем перец чили. Перемешиваем. Так, огонь прибавляем, чтобы нагрелся. Ждем, пока закипит. Когда у нас закипело, убавляем огонь. Накрываем все это дело крышкой и тушим 2,5 часа. Периодически, короче, надо поглядывать, чтобы вода не выкипела. Если вода выкипать будет, надо подливать. Ну и, соответственно, дров подкидывать. А у нас есть 2,5 часа, чтобы попариться в бане, покупаться в бассейне. Алга. Погнали. Вот, зашкварчало. Ну, теперь можно. Прошло 2 часа, напарились мы, накупались в бассейне, дети больше 2 заходов не выдержали, не привыкшие, но кайф. Без бассейна, конечно, в бане это вообще не то было. Зимой-то хоть снег есть, а вот так вот в такую погоду, не знаю. А летом вообще в баню неохота, и так на улице 40 градусов в бане.
блюдо наше тушится. Уже можно есть одно мясо. Продолжаем готовить наше блюдо. Еще полчаса, пока тушится. Сейчас мы нарежем перец, морковку, картошку, помидоры. И потом будем туда все добавлять. Делай давай. Дети, по-моему, баня. Отлично, баня. Как бассейн. Бассейн после бани вообще шик. Хороший контраст. Режем морковку. Полосочками так, такими нафиг. Надо готовить до бани, по-моему. После бани уже ничего не охота делать. Пожрать бы и завалиться спать, да? А тут резать еще. Вместе с морковкой нарезаем сельдерей. Нарезаем перец, кубиками. Красный. Красный. Нарезаем зеленый перец. И нарезаем картошку. А еще помидоры. Перец свой, картошка своя, морковка своя, помидоры свои. Все свое. Так и нарезаем помидоры свои. Томатами не готовили. Еще про вино не забыл. Ну, у нас грачи повадились. Вот здесь вот, короче. Галки с грачами стая ночует. Третий или четвертый день. Сейчас улягутся, тишина станет. А утром часов в 5 у них взлеты тоже, галдеж такой же. Разожгли костер, а то дети замерзли. Короче, добавили сейчас огня. Прошло 2.5 часа. Мясо, наверное, готово. Добавляем следующий ингредиент. Это морковку, сельдерей. Перемешиваем. И тушим это минут 10, пока морковка не приготовится. Сейчас пока делаем... Ёжик в тумане. Чипетки. Сейчас делаем чипетки. Еще один ингредиент остался. Чипетки от слова щипать, мы так поняли. Или щипать. У меня уже пальцы болят. Щипать их. Мама, щипать их. Повар передохнет. У него пальцы большие, а у меня нет. Тем более тебе легче. Все, чипетки наши готовы. Валяем их в муке. И пусть они ждут своей очереди. Спустя 10 минут добавляем картошку с перцем. Перемешиваем, добавляем, чуть-чуть водички добавим, чтоб не горело,
И тушим еще 10 минут, пока картошка не приготовится. Чепетки пока в тарелочку переложим. Нарезаем пока чеснок. Кому как нравится, мелко, крупно. Ну и подготавливаем нашу зелень. Грачи с галками замолчали, теперь собак начал. Ну все, у нас все ингредиенты готовы. Осталось дождаться, когда они приготовятся. Картошка почти готова. Добавляем сюда помидоры, чеснок и вино. Перемешиваем. Пробуем на соль. Посолить надо чуть-чуть, остренько. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Накрываем крышкой, еще минут 5 тушим все это. Через 5 минут смотрим, если жидкости мало, чуть-чуть водички добавляем. Да навряд. Чтобы еще клёв. Как не клёцки, как чепетки, цепалки, чтобы еще приготовились. Цепалки. Ждем еще 5. Чепетки. Ждем еще 5 минут. Прошло 5 минут, смотрим. Жижки прибавил. Отправляем сюда чепетки. Чуть-чуть перемешиваем. Вроде не суп и не жаркое, на гуляш похоже. Ждем еще пару минут, пока эти чепетки приготовятся. И все вроде готово. Типа можно кушать? Типа можно кушать. Вот сверху зеленью посыпать. И чтоб еще час настояло. Шеф, что скажете? Торжественный момент. Блюдо готово. Снимаем с огня. Та-да! Добавляем сюда зелень. Готово. Накладываем. Хватайте ложки, будем жрать с большой миски. Сервируем. Итак, блюдо готово. Приступаем к дегустации. Пробуем. Надо мясо найти кусок. Ну, мясо вообще, вон, все разваливается. Да, без ложки разваливается. Говядина. Честно, все съест, а потом скажет. Тушечку еще попробую. Ну, сейчас мы постоим, подождем, пока он похавает. Семей, подаемся. Пробуйте. Следующий. Горячая, смотри. Няшка тоже хочет попробовать. Хлебушек. Хлебушек. Вы что мясо жрете? Картошку есть. Пробуй, ты забыл. Главный дегустатор.
Да я что быстрее. Никто не видел, что ты съел. В общем, приготовили мы блюдо богрыч гуляш венгерское. Попробовали. Мне понравилось. Нам тоже. Что ты за всех отвечаешь? Ваше мнение? Ну, очень отличное блюдо, очень ароматное. Ну, сейчас пойдем дальше распробовать. Короче, такие все, как школьники. Всем понравилось. Пока, вот. А дальше видно будет. Наверное, вино убирает остроту. А, да, потому что перед этим пробовали от перца чили очень острое, а вот вина добавили, прям перестало. Вот. Ну, короче, вот такой рецепт мы сделали. Нам пока понравилось. В следующем видео скажем, может, что-то какие-то это. Ну и в комментариях напишите, что мы не так опять сделали. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мир, добра, здоровья. Всем пока. Пока.